Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Владимир Ди, и сегодня мы поговорим про героя Люси из игры Battle Rise. Если вы не понимаете, что у нас происходит, то посмотрите предыдущее видео, ссылка на него будет в описании. А какие же у нас способности есть у данного персонажа? Начнем с обычной атаки. Она носит простое название Toxic Bolt и выстреливает зарядом, наносящим 12 единиц урона, вызывая отравление. Впоследствии это натравление наносит еще 12 повреждений в течение 6 секунд. Достаточно простой навык, соответственно, просто бейте и будете наносить урон. Логично? Логично. После этого идет у нас на правую кнопку мыши уже Healing Potion, соответственно, целебное зелье. Бросаем зелье, которое восстанавливает, соответственно, 14 единиц здоровья нашему союзнику и применяет так называемый Revitalize, который впоследствии еще добавляет 8 единиц здоровья в течение 4 секунд. Помимо этого, на пробел, как правило, у нас есть такая способность, как барьер. Барьер позволяет нам закрывать союзника щитом, который поглощает до 50 единиц урона. То есть, смотрите, достаточно уже мощное такое, да, заклинание. Мы видим, что иногда хила бывает недостаточно, мы просто-напросто жмем на пробел и тем самым предотвращаем смерть нашего союзника. После всего этого есть у нас также на Q, соответственно, Clarity Potion. Это Potion немного другого рода. С его помощью мы можем снимать бафы и дебафы. Соответственно, бафы с оппонентов и дебафы со своих союзников. Если продемонстрировать, это вряд ли получится, поскольку бафов никаких нет. Так что давайте посмотрим на следующий скилл. Этот скилл называется Panic Flask. Panic Flask, соответственно, наносит несколько урона, единиц урона, да, в частности 12, и накладывает на мишень панику. Паника из себя представляет то, что мишень начинает убегать банально в течение 2 секунд, но при этом имеет большую скорость. Далее у нас идет, соответственно, кувырок. Вот посмотрите сейчас, кувырок просто-напросто самый обычный кувырок, но при этом он тратит, соответственно, дополнительные у нас ресурсы. Есть у нас ячейки энергии, которые в течение боя накапливаются, и в результате, если у нас совсем тяжко становится, мы можем этот кувырок использовать. Кувырок, соответственно, предотвращает попадание в вас снаряда и чего бы то ни было, так что, может быть, даже и пригодится. Ну и ультимейт, соответственно, Гриплингу бросает здоровенную такую бомбу, пузырь с химической смесью, да, и наносит 12 повреждений при попадании и сковывает врагов. То есть и в течение остального времени, когда они будут находиться в этом поле, оно нанесет еще 80 повреждений. Но это еще не все. Но при всем при этом можно наносить урон также, соответственно, в центральной сфере. И, ко всему прочему, замедлять перемещение своих оппонентов. Но не стоит забывать, что весь яд нашей дорогой Люси он не убивает. Он всего лишь наносит максимальное количество урона, и потом не стоит забывать добивать, соответственно, с руки. Этим являются, соответственно, основные 7 спеллов, но есть еще и дополнительные. При нажатии на кнопочку Shift мы видим, что у нас обновляется первая способность, она становится Deadly Injection. То есть меняется, соответственно, атака, теперь вы тратите заряд, один заряд энергии, и тем самым замедляете своего оппонента на 15% в течение 2 секунд, и по завершении действия Deadly Injection наносится 24 единицы урона самому врагу и находящимся в недалеком радиусе, небольшом радиусе, врагам тоже урон получаете. Ну и, соответственно, становится новый у нас четвертый скилл, это Petrify Bolt. Petrify, соответственно, окаменение вызывает, цель не может двигаться, но получает небольшой щит, который поглощает до 20 единиц повреждений. В принципе, разумная трата, можно сбивать с помощью него различные касты, ну и 3,4 секунды цель не сможет банально двигаться, за это время вы либо можете, соответственно, похитить центральную сферу, либо что-нибудь еще придумать. Еще у нас имеются в наличии Battle Rights. Это такие некие улучшения, которые даются вам в начале каждого раунда для ваших способностей, конкретно к вашему персонажу. В течение 5 раундов вы можете получить вплоть до, соответственно, 5 апгрейдов. Казалось бы, удивительно. Но тем не менее, вам дают на выбор 3 возможных варианта, и вы выбираете по ситуации какой-нибудь один из них, что вам больше сейчас и лучше всего подходит. В принципе, я могу записать отдельное видео потом по всем этим Battle Rights, если будет интересно, потому что рассказывать можно долго про каждый из них, про
ту ситуацию, которую они лучше всего подходят. Так что, если что, там, ставьте лайки, знаете, как это, байт на лайк небольшой такой. И я потом тоже запишу, когда у нас выйдет Early Access, это 20 сентября состоится, и я вам про все расскажу подробно. А сейчас вот у нас, да, есть запись из некоторых дополнительных батл райцев. Ну, я перейду непосредственно к своему билду, который я использую на Люси, который показал себя очень хорошо. Ну и, соответственно, давайте посмотрим все-таки на мой билд. Итак, что же предлагаю вам прокачивать на Люси, чтобы получить наибольшую эффективность? В первом раунде мы берем себе хаос, то есть двоечку. Благодаря этому мы позволяем нашей способности Panic Flask бить по АОЕ. В результате вы можете меньше промахиваться, либо в битве 3 на 3 отгонять двоих человек от одного какого-то героя, допустим, отрезать дэмидж дилера от хиллера и тем самым выигрывать файт. А выигранный файт, соответственно, выигранная игра, поскольку здесь сама по себе игра представляет собой файт. Вот. А во втором раунде я предлагаю вам вкачать Adgressive Component. Благодаря этому ваша Clarity Potion, когда будет попадать по врагам, будет их замедлять еще и на 30%, ко всему прочему, в течение 3 секунд. Называется это Snare, но по факту это замедление такое, скажем так, да? На третьем раунде здесь уже есть выбор. Либо Hysteria, либо Weakened Toxing. В зависимости от ситуации я предпочитаю обычно Hysteria, поскольку это снижает кулдаун на вашем третьей способности. Четвертый раунд здесь тоже по ситуации. Агилити можно прокачать, если очень много мобильных у вас врагов. Но если у вас очень много дэмидж-дилеров хороших, которые понимают, что делают, то можно качать стимулент. Это позволяет увеличивать разрушительную силу на 15%. Ну и по ультимейту просто-напросто качаем Sticky Goo, поскольку обычный алхимия, ну, сомнительно может оказаться полезным. А Sticky Goo, он увеличивает замедление с 40% до 70%, что в некоторых ситуациях очень много выигрывает вам именно в тимфайте, может просто-напросто перевернуть исход битвы. Ну и на этом все, дорогие друзья, я поделился с вами тем, чем хотел, немножко рассказал про такого замечательного героя, как Люси, который вроде как beginner-friendly, да, хорош для новичков, но тем не менее таит в себе невиданную мощь. С помощью своих способностей она может просто-напросто выталкивать оппонентов с арены, убивать их в одиночку всех пятерых, хотя максимум 3 на 3, но тем не менее можно и своих подставить. Так что пробуйте, экспериментируйте, пишите в комментариях ваши варианты прокачек, также будет, соответственно, под видео все написано, чтобы вам не искать по названиям, по-английски они не все еще переведены. Но тем не менее, игра русский поддерживает, так что ждем, ребятки, 20 сентября, когда игра выйдет в Early Access, и будем с вами вместе все пробовать, смотреть и делать различные видеоролики. Услышимся!